красотка. Навела порядок в урнах, в мусорках и полетела дальше. Зимние парки, так же как и осенние, обладают какой-то невероятной привлекательностью для меня, особенно после того, как прошел свежий снежочек, упал на деревья и не сдул, не ветер их не сдул, не сдунут ветром. Это так красиво. Какое-то охранное заведение, памятник в центре встречает людей. Классно. Интересненько. Ворона вернулась к мусорке. Решила все-таки достать что-нибудь. И подружку привела. Жаль, что вам не видно. Не видно будет. Там еще и третий летает. Подлетела. Так что группка собралась. Шустренькая, крылатых. О, они и здесь похозяйничали. Но здесь, видимо, ничего не понравилось. Хорошее видео получается про мусорки. Ну что ж, тоже жизнь. Никуда от этого не денешься. Дворникам забота, работа. Мало того, что снег убирать, еще и мусор. Привет! Вот еще одна красотка сидит, каркает. Скажи что-нибудь. Кар. Клюва огромная, красивая. Упитанная городская ворона. Так, да конечно, ты умничка. Ты умничка. Так, у нас светофор красный. Я давно уже хотела сходить вот туда. Я не знаю, что это такое, что это за здание. Одно из высоток московских. Пробежим? Пробежим. Пройдем даже. Вот туда. Вот. А цель моего путешествия. Я думала, здесь будет лучше видно. А оказывается, нет. Поворот туда идет. Зря перешла на эту сторону. Ну, значит, по этой стороне. Будем отслеживать, когда откроется нам то величественное здание. Шикарно. Или будет еще переход, можно будет перейти. Здорово. Здорово. Это улица Косыгина. Она, можно сказать, лучом выходит с проспекта Ленина. Я снимала где-то ролик про дом 1948 года советского времени. Сегодня была информация в моем поле где-то, что раньше строили дома советского времени на века. И действительно, дом стоит просто монументально. Невероятно красиво оформлен. Барельефы, колосья, гербы, какие-то символы советской эпохи.
того времени покрашен таким красивым персиковым цветом дом, очень приятным. Ну, просто изумительно. Высоченные потолки, я не знаю, там, наверное, 4 метра, а то и больше в квартирах. А сейчас, ну и как бы сравнивали, что сейчас строят какие дома и какие строили в советскую эпоху дома. Так что, кстати, вот одно из строительств идет, вот какой-то очень красивый дом строится. Довольно-таки быстро возводится. Посмотрим, что здесь будет. Наверное, какое-то офисное здание. Там жилой фонд. И позади меня вот там видно дома Ленинского проспекта. Ну, а мы направляемся к Московской высотке. И эта высоточка уже вот туда. И эта высоточка уже начинает проявляться. А я вот сейчас спрошу. Я сейчас спросила замечательного мужчины, который курит, водитель машины специализированной, что это за здание. Оказывается, вау! Это здание МГУ. Я тут нахожусь, оказывается, я живу в пешей доступности от МГУ, от Воробьевых гор. Но про Воробьевы горы я говорили, что недалеко где-то здесь, но я не представляла, что это реально в шаговой доступности все. Я ему говорю, это далеко, недалеко в шаговой доступности, он называется, говорит, ну, смотря в какой шаговой доступности, не так сказать, как далеко. Но оно вот рядом, буквально рукой подать, конечно, видится. Но наверняка и топать до него долго. Ну что ж, я топаю. Поставила цель. И иду вперед. Наверное, я сейчас это видео закончу. Вот здесь какие-то коробочки уже современные. Домики, какая-то, видимо, там зона санаторно-курортная, я так понимаю, потому что везде посты охраны. Вот. Или какие-то. Да, скорее всего, санаторий какой-то. Ну, и потом узнать. Вот. А то у меня рука замерзла, да и телефон подмораживается. Вот такое здесь здание вырисовывается. Уже его прямо хорошо можно определить. Я заканчиваю, но не прощаюсь. Следующее видео я сниму поближе к МГУ. Не знаю, дойду я до него или нет. Я постараюсь дотопать к нему. Идти далеко. Сейчас пока рука еще держит. Вот она, видите? Там наверху. Так, у меня бутылка еще здесь с водой. Сейчас попробую прибавить. Вот, видно? Вот шпиль советской звездой, наверное, с гербом. Или герб, или звезда. Звезда, наверное, потому что всегда везде исторически заявлялось, что там звезда горит. Да. Насколько мне мои глаза позволяют видеть, мне кажется, там звезда. Ну вот, теперь все скрылось за деревьями. Вот такой чудесный здесь сквер, бульвар. Очень красиво. Я так полагаю, что вот эти деревья, это уже деревья, относящиеся к парку Горького. Парку Горького или еще не скучный сад. Ну, туда я не пойду. Сам парк. Все-таки цель у меня
то величественное здание. Но здесь, конечно, красота, посмотрите. А снега везде в этом году просто. Горы. Горы, горы, горы. Все, отключаю видео. В следующем видео покажу поближе к МГУ.